Леопарды против властей. В четверг 25 февраля хоккейный клуб «Сочи» проведет свой предпоследний матч регулярного сезона КХЛ. В гостях екатеринбургский автомобилист, который уже обеспечил себе место в плей-офф Восточной конференции. Волею календаря команда играет друг против друга почти дважды подряд. Предыдущий матч между клубами состоялся в Екатеринбурге 21 февраля. Казалось бы, на домашней арене автомобилисты, ведомые легендарным Павлом Доцюком, быстро обеспечили себе комфортный задел в счете 2-0 и доведут игру до победы. Но южане сумели переломить ход встречи и перевести игру в овертайм благодаря броску защитника Ивана Мищенко на последней секунде матча. И все-таки в хоккейной лотерее под названием «Буллиты» сильнее оказались екатеринбуржцы. Матч-реванш состоится 25 февраля на льду Ледового дворца «Большой». Билеты доступны на официальном сайте хоккейного клуба «Сочи». Также онлайн-трансляция будет доступна на нашем телеканале «Сочи-24» и на городском информационном портале «Сочи-24.тв». Начало матча в 19:30.